Всех приветствую, друзья. Сегодня у меня такой вот Galaxy 5 Mini стоит на сепараторе, я его разогреваю, чтобы снять дисплейный модуль. Температура 100 градусов. Итак, хочу снять видео по замене дисплейного модуля. Ни разу не менял его. Как-то мини не попадались мне в глаза. Чаще носят стандартные Galaxy 5. Ну, судя по всему, та же конструкция, тот же принцип снятия дисплейного модуля. Отключаем разъем кнопки Home. Кстати, кодовое название SMG800F данной модели. Вот мы его. Видите, да? Раздолбанный. Здесь, судя по всему, у нас находится разъем, такой вот дисплейный модуль. Здесь вот находится разъем самого дисплейного модуля и кнопка Home, которую мы только что отстегнули с этой стороны. Вот такой дисплейный модуль сборный, уже с кнопкой Home идет, очень хорошего качества, проклеенный. Двусторонний скотч. Все, что нужно будет нам снять, это вот эту вот решеточку металлическую верхнего динамика. Вот. Ну и можно будет еще дополнительно проклеить саму рамку. Пока я рассказывал, телефончик остыл. Дисплей не работает также. Единственное, есть звуки. Вот, загорается лампочка. Поэтому нет смысла сохранять дисплей. Забудьте про шлейф кнопки Home. Не повредите его во время снятия дисплейного модуля. И аккуратно добавлю свет. Вот там разъем наш отстегнули. Здесь у нас кнопка Home. Кстати, кнопку Home можно будет снять. Вот, и использовать ее в других целях на будущее. Потому что она не повреждена. Давайте здесь внизу прогреем еще. Здесь будьте внимательны, тоже здесь у нас находится шлейф, сборный модуль, гнездо зарядки с верхними и с нижними кнопками. Вот, поэтому дополнительно загрейте, дабы не повредить этот шлейф. Вот он. Вот видите, да? Вот эти вот кнопки, кнопка возврата. Так, аккуратно снимаем. Вот эта кнопка Home, мы ее тоже снимем. Выкидывать, конечно, ни в коем случае не будем, пригодится. Итак, снимаем двусторонний скотч.
Очищаем. Не обратите внимания на углы. Этот угол у меня малость согнутый, вогнутый внутрь. Вот его, конечно, не мешало бы распрямить, иначе стекло просто не влезет. Достаточно ушатанный телефончик, битый, падал, не знаю, наверное, сколько раз, покоцанный весь. Итак, удаляем весь пластик с обратной стороны поверхности дисплея. Так, достал не скотч. В принципе, можно лепить. Вот. Ну, я бы советовал вам проклеить еще и вот эту вот поверхность полностью всю. Что я сейчас и сделаю. И сверху уже посадим дисплейный модуль. Итак, друзья, ставлю на паузу буквально на 5 минут, проклеиваю поверхность и дальше продолжим снимать. Итак, друзья, продолжаем процедуру. Давайте проверим дисплейный модуль, что нужно было сделать немного раньше перед проклейкой. Samsung Galaxy S5 Mini. Загружается телефон. Проклеивал я обычным скотчем 3M рамку. Графический ключ реагирует. Экстренный вызов. Все в норме. Выключаем смартфон. Включаем дисплейный модуль, удаляем бумажки двустороннего скотча. Как следует запрессуйте его на рамку, прижмите как можно сильнее. Что я уже сделал. Так, разъем кнопки Home. Вставляем. Так, застегиваем дисплей. Укладываем на свое место.
другой стороны застегиваем разъем полтихом. Заглушка. Ставим заглушку. Притягиваем поверхность немного. Сложно ничего. В принципе, телефон готов. Все работает. Отлично. Итак, друзья, только что мы поменяли дисплейный модуль на Galaxy S5 Mini. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Вот. Всем удачи в ремонте. До свидания.